Дождей в ближайшие дни не ожидается, а вот температура в крае поднимется до 38-40 градусов. Такой неутешительный прогноз дает региональный гидромет. Самый сильный зной к выходным разыграется на востоке Ставрополья. Чуть легче будет на западе края и в окрестностях столицы региона. Там столбик термометра поднимется до 35. Правда, надежда есть на воскресенье. В конце недели метеорологи прогнозируют грозу. В Ставрополе открылся новый детский сад на 300 мест. Здание располагается на улице Пригородной. Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, учреждение рассчитано на 13 групп воспитанников. Для каждой из них предусмотрены отдельные секции с игровыми комнатами, буфетами и спальнями. Работать с дошколятами будут 30 педагогов. Прилегающую к саду территорию озеленили и благоустроили. Учреждение возвели в рамках нацпроекта «Демография». В Ипатово строят фонтан в сквере на улице Ленинградской. Специалисты подготовили основание и установили трубы для водяных насосов. Как отмечает Управление по информполитике правительства региона, на территории объекта обновят тротуарную плитку и заменят освещение. В сквере разместятся фотозоны с подсветкой и скульптурами. Благоустройство проходит в рамках краевой госпрограммы развития ЖКХ, защиты населения и территории от ЧС. В летней ставке к осени достроят новый бассейн. Его создают на базе местной детско-юношеской спортшколы. Об этом сообщает Управление по информполитике правительства региона. Длина водных дорожек на объекте составит 25 метров, а за одну смену бассейн смогут посетить 40 человек. Проект реализуется в рамках программы комплексного развития сельских территорий. В Ставрополе отремонтируют более 3 километров дорожного полотна на Старомарьевском шоссе. Технический осмотр выявил множественные выбоины, трещины на трассе, а также разрушение бортового камня и тротуара. Как сообщили в краевом Миндоре, специалисты планируют устранить все дефекты, чтобы шоссе вновь стало отвечать всем стандартам. Работы проведут благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».